Здравствуйте! Это Зойкина квартира Мукбанк. Банк. И сейчас это мой старший сын Тимофей, и мы будем с вами кушать котлетки, которые я приготовила из вкусвилла, такие куриные. Куриные котлетки. И самую любимую Тимошкину еду брокколи. Это брокколи и фасоль. Приятного аппетита! Спасибо. А мне не хочешь пожелать? Я привет? Тоже. И мне тоже спасибо. А соль не надо принести нам, как ты думаешь? Давай. Можете порезать? Но... А я пока что разрежу клетку, а я за солью сгоняю. А, ты сгоняешь за солью сам. Приноси клетку, ну, давай. Сгоняю. Ну что, Тимошка, приятного тебе аппетита. Тебе тоже. А посолить? Только брокколи. Зачем так много? Не знаю, я не солила совсем, я тушу овощи, не солю. Ой, что-то у нас тут упадет. В общем, я больше всего на свете люблю капусту. Морскую я, кстати, тоже люблю. Хотела сказать, да, перепутала. Я люблю капусту цветную. Люблю капусту брокколи. Мы ее готовим замороженную с пакетиком. Да? Да мне хотя бы разные брокколи подавай, хоть морскую. Морская это не брокколи. Хоть морскую. Хоть морскую. Хоть не морскую. Морскую. Ага. Ты проголодался? А держи красивую вилку. А тебя тетя Лена в прошлый раз уже ругала. Так, значит, Тимофей, расскажи, как ты полюбил брокколи? Я как эту историю мог знать. Не знаешь, он не знает, как полюбил брокколи. Вилочку вниз немножко, да? Он не знает, как он полюбил брокколи. А попить тебе налить? Налить? Красота. Мне, пожалуйста, немного тархунчик налить. Нету. Лимонаду нет? Значит, мы сейчас... Что-то как-то так, вилку у тебя непонятно лежит. Нам надо купить какой-то... Лимонад. Побольше. Никаких лимонадов, все, хватит. Какой лимонад? Значит, мы сейчас будем пить вот это, как это, вода. Псыж со смешным названием Псыж. Активатор жизненной энергии, минеральная природная газированная вода с Кавказа. Написано, заряжает энергией, активирует жизненный тонус, способствует выработке серотонина. Ух ты, сейчас как выработаем серотонин. Так. Давай. О, пузырики у нас полетели. Серотонин. Серотонин. Ой, что, полный? Ну, значит, и жизнь у тебя будет полная. Не знаю, вам видно? Тут прям прыгают пузырики. Классно прыгают пузырики. Мне в глаза прыгают. Прям прыгают. Классно. Они в глаза прыгают, да? В глаза. Прищурь глаз и пей воду. Красота. Вот можете сами купить вот эту воду. Я муж Марат. Мне муж звонит. Значит, во время нашего мукбанга... Маме звонит папа. Мне звонит муж. Он же не знает, что мы снимаем мукбанг. Да. Да. Папа нас доделывает там всякие недоделки на новой квартире. Мы собираемся переезжать. Поэтому, кому интересно, смотрите нас. Сейчас я выкладываю
потихонечку рум-туры разных комнат в нашей квартире, где мы сейчас живем. Мы отсюда собираемся уезжать в новую квартиру. Мы живем в трехкомнатной, а переедем жить в четырехкомнатную. Да? Угу. Где наконец-то у Тимофея будет своя отдельная личная комната. Да. У старшего сына у нас сейчас есть комната, да? Да. А у старшего сына у Николая будет огромная комната. Кушай дальше котлетку и свою любимую брокколи. Кстати, в этих котлетах посередине кукуруза. Марат в этот раз какие-то котлеты купил во вкус виду? Не только в середине. Ну да. И снаружи. Там внутри кукурузка. Прикольные какие-то. Как они называются? Ну, я, может, потом посмотрю, выложу ссылку в описании. Потому что значит, серия, говорю, купи котлет. Или шницель, как он там. Они по-разному называются там. В общем, он купил. Они все разные. Ну, в принципе, вкус у них один и тот же, просто наполнение разное. А вкусняшка. Я только сейчас понял. У брокколи наверху знаю что. А что наверху? Где? Укроп растет. Укроп растет. Брокколи, укроп. Ну, брокколи это маленькие деревца. Угу. Деревца такие маленькие. Съешь такое дерево. Съешь такое дерево. Сплошная польза. Брокколи очень полезны, очень полезны. Угу. Такой почему-то брокколи не любит. Почему? Да, старший брат наш, Коля, твой брат, извиняюсь, мне он сын, он не любит вообще овощи есть, у нас небольшая проблема, причем с детства. Да, ну, чем старше он становится, тем больше он ест разных продуктов. А вот как ваши детки, интересно, ведь не у всех же, наверное, да, дети растут постепенно, и многие продукты, ну, как бы добавляются, да, что-то ест. Даже Тимофей, он вроде бы ест. Но, вот, например, он раньше никогда не ел свеклу. А сейчас он ест с удовольствием, да? А раньше он никогда не ел там крабовый салат из крабовых палочек, и сейчас он ест, да? Даже оливье раньше он никогда не ел. Ну, только я оливье без колбасы готовлю обычно. Например, с говядиной или с курочкой. Сними, как ты оливье делаешь. А оливье вчера делали мой муж и старший сын, потому что я вчера снимала рум-тур, да? Я вчера снимала рум-тур. А не рум-тум. Да. Вот. Они мне помогали. Они тоже меня снимали где-то и помогали мне. Но я не успевала, и поэтому они вчера крабовый салатик порезали. Угу. Значит, старший сын в последнее время мне помогает. У меня сломалась посудомойка. Я уже сплю и вижу, когда мы переедем в новую квартиру. Мам. Что? Я котлету не съел. А там новая посудомойка. Я котлету не съел. Как ты не съел? А куда же она делась? Я съел. Тимошка, ты балуешься. Значит, Тимошка съездил. Вилку вниз всегда держит. Точно. Вот сейчас дедушка, если увидит, он скажет, что ты мне сейчас глаз выколешь. Честное слово. Он будет очень переживать. Что там хотела сказать? А вот, по поводу вот этих приборов всех столовых, да? Значит, подальше отсяду. Значит, я помню, как меня папа долго очень учил в детстве вилкой есть. Я все время тоже вот так вот вверх держала ее. А надо было вниз. И он так переживал прямо на меня. Иногда даже голос повышал. Во! Я, правда, ее сразу вниз опускала. Мама, это салют. А он всегда говорил, представляешь, девочка вырастет, симпатичная будет, а глаза нет. Вот. Вот. Но я все равно как-то об этом не думала и все время вилку тоже переворачивала. Почему детки так делают, я не знаю. Я сейчас сама тоже так делаю. Да ладно. Я не буду в этих самых воспитательных целях. Да, в самых... Вилка в воспитательных целях. Угу. А лучше ее держать вниз.
чтобы все было хорошо. Да. А. Что-то у меня котлетка осталась. Можно из посоли себя так втянуть эти семечки? Ну, втяни. Получается? Угу. Одну высосал. Видите, как весело. Можно поесть фасоль, как оказывается. Вот такую зеленую. У нас это зеленая фасоль, стручковая. Какое ощущение, то, что это какая-то такая таблетка, которую ты мне даешь? Капсула. Витаминная капсула. Это витаминка. Угу. Скушай ее и будешь нормальный. Человек. Точно. Так. Я уже почти доела. У меня какая-то фасоль появилась, которая уже в грубу. Ну ладно, не коверкай язычок. Доедай брокколи свои. Ты будешь доедать? Угу. Ага. Вкусненько. Угу. Может, тебе надо было пониже все-таки сесть? Как, нет, вот и так хорошо. Да не без разницы, как я сижу. Без разницы? Да. Угу. Мне главное сидеть. Угу. Да. Ну вот. Немножечко с вами помукбангали. Не все время мы едим плохую и вредную пищу. Нет. Я вообще полезности полезные люблю. Но я просто... вообще брокколи люблю. Да, просто в моем дому муж, например, он не любит. Если я, например, делаю детям котлеты на пару, он обязательно просит, чтобы я ему пожарила котлеты. Потому что он не любит котлеты на пару. В общем, мужчины есть мужчины. Витаминка. Витаминка. Ну, давай мы с тобой чокнемся. Как чокнемся? И так, и так. Давай. Все, пожелаем вам приятного аппетита, хорошего настроения, да? Да. Живите на позитиве, живите весело, не скучайте, смотрите нас, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч! Пока-пока! Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До новых встреч!